Здравствуйте, с вами Евгений Карташов. К записи этого урока меня подтолкнуло просматривание работ на форуме в теме по предметной съемке. Вот, к примеру, несколько работ, которые я увидел. Ну и с другими такая же похожая ситуация. У всех этих работ одна общая ошибка. Это посторонний оттенок на фоне, который должен быть белым. Явно, что здесь в качестве фона использовали белую бумагу. И, соответственно, этот фон не должен иметь вот такой синий оттенок или желтый оттенок, а должен быть белым. Если оттенок пришел на фон, значит он пришел и на все остальное изображение. И с этим оттенком нужно бороться. Легче всего это сделать в модуле Adobe Camera Raw. Уроки по использованию есть на нашем сайте. Сейчас я даже покажу, где. Сейчас дублирую вкладочку. Вот, обработка фото Adobe Camera Raw. Здесь как раз есть цикл статей Camera Raw для начинающих. И вот в самой первой статье рассказывается, как использовать инструмент баланс белого. Если вы снимаете в формате RAW, то вы достаточно легко сможете настроить баланс белого уже после съемки. Хотя лучше всего эту проблему решать еще до съемки. То есть выставив баланс белого в камере. Это можно сделать либо с помощью предустановок, либо использовать в качестве серой карты тот же фон. О том, как настраивать баланс белого, я также рассказывал. Для этого можно воспользоваться поиском по сайту. И по этому запросу у нас сразу выйдет несколько статей и уроков. Вот, пожалуйста, установка баланса белого по серой карте. Открываете. Изучаете, как это делается. Единственное, что если нет серой карты, используйте просто белую бумагу. И тогда у вас будет более-менее правильный цвет. Но вот такой ситуации быть ни в коем случае не должно. Как быть, если у вас есть только вот такой кадр в формате JPEG? Давайте я скопирую вот это изображение прямо отсюда из браузера. И вставлю его в Photoshop. При создании нового документа у меня сразу здесь появится буфер обмена. Ctrl-V. Вставляю изображение. Вот оно. Теперь нам нужно сделать фон белым. Точнее, убрать посторонний оттенок. Делается это очень просто. Вызываем корректирующий слой кривые. Давайте я перетащу его куда-нибудь, чтобы он не мешал. Берем белую пипетку и кликаем вот здесь. Давайте я скрою эту панель. И проверим значение на фоне. 254, 254, 255. Ну вот здесь присутствует некоторый посторонний оттенок, но он уже не столь критичен. Хотя можно кликнуть пипеткой и сюда. Но нужно избегать таких областей, при клике на которые появляются засветы уже на самом объекте. Например, если мы кликнем пипеткой вот где-то здесь, в темной области. Смотрите, на самом объекте уже у нас появилась засветка. Поэтому ищите такую область, где засветки не будет. То есть можно покликать пипеткой. Вот, к примеру, здесь. Вот здесь еще нет засветки, но мы максимально уже осветлили фон. Давайте посмотрим. Вот здесь он стал 255. То есть чисто белым. А вот здесь еще недостаточно. Хотя... Можно оставить изображение и так. Оно уже будет выглядеть значительно лучше, чем вот это исходное. Уже не будет такого постороннего оттенка. Если вы хотите полностью выбелить фон, это тоже можно сделать. Для этого нам нужен вспомогательный слой. К примеру, уровни или кривые. Я привык пользоваться кривыми. Для кого это сложно, могут воспользоваться уровнями сдвигаем черную точку до упора вправо. Берем инструмент осветлитель. Вот он, ему соответствует клавиша О английская. Или этот инструмент называется Dot Tool в английской версии Photoshop. Теперь здесь устанавливаем подсветка. Экспонирование примерно 20%. Переключаемся на наш слой. Можно сделать копию для подстраховки, чтобы не работать на самом слое. Проходимся по фону. Как видите, фон у нас становится чисто белым. Все как по волшебству исчезает. Вблизи границ мы должны увеличить изображение. И аккуратненько также пройтись вдоль границ. Для того, чтобы не попасть на границы, можно время от времени этот слой отключать. Но в данном случае, если объект темнее, инструмент на него не подействует. Теперь давайте. Отключим наш слой и посмотрим, что получилось. Мы получили везде значение на фоне 255. Это можно увидеть справа в палитре инфо вот здесь. То есть мы получили чисто белый фон и хорошо выглядящий объект. Давайте сравним у нас, что было и что стало. Вот таким образом можно легко и быстро выполнить изоляцию объекта на белом фоне. Надеюсь, теперь ваши работы будут выглядеть значительно лучше. С вами был Евгений Карташов. Я прощаюсь с вами до следующего урока.